Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Русская кошерная рыба». На просторах интернета попалась мне вот такая интересная статья, которую я вам и хочу зачитать. Называется она «Какую рыбу запрещено было есть на Руси?». По старозаветным традициям русским людям нельзя было есть определенную пищу. Особенно много ограничений касалось мяса. Некоторые его виды, зайчатину, верблюжатину, свинину, вообще нельзя было иметь на столе. Остальные виды мяса были категорически запрещены во время постов и больших религиозных праздников. К рыбе отношение христианства было более лояльным. Ее можно было употреблять в пищу даже в определенные дни поста. Но и тут не обошлось без исключений. На Руси до определенного времени существовал строжайший запрет на некоторые виды рыбы и других питателей. Какую рыбу нельзя было есть православным? Все пищевые ограничения, которые в долгое время строжайшим образом придерживались православные люди на Руси, описаны в Ветхом Завете. Именно там в книге Левита 10.1.10, а также во Второзаконии указано, что истинно верующим и почитающим Бога нельзя есть рыбу, которая не имеет чешуи, она считается нечистой. Из-за этого запрета на Руси долгое время не ели такую голую рыбу, как осетр, сом, угорь. Согласно Ветхому Завету, человек, кусивший эту пищу или даже притронувшийся в тушке нечистой рыбы, является оскверненным. Помимо рыбы без чешуи категорически запрещалось употреблять в пищу морских и речных обитателей, которые не имели на своем теле чешуи или перьев. В последнюю категорию входили почти все дары моря, включая кальмаров, креветок, водных змей и прочее. Также по Ветхому Завету православные могут есть только ту пищу, которую тысячелетиями делали китайцы и японцы. Значит, тут чуть-чуть вот остановлюсь и объясню. Я живу в Сургуте, значит, у нас здесь принято, есть у нас такая рыба муксун. И такая рыба, как нельма, у нас принято ее есть сырую. То есть можно ее есть посолил и через 20 минут уже употреблять. Это очень вкусно, ребята, рекомендую вам попробовать. Так, значит, когда я попробовал сделать так же с осетром, ребята, я вам честно скажу, это гадость. Она в натуре воняет. Поэтому-то осетрина как раз и подпадает вот под эту статью. Так, поехали дальше. Изменения в правилах. Все эти пищевые запреты сохранялись на Руси очень долгое время. Изменения произошли только во времена церковного раскола, который инициировал в 17 веке величайший реформатор русской церкви патриарх Никон. После внедренных с его подачи нововведений был изменен целый ряд правил, в том числе и касающихся пищи. После 17 века на Руси стали есть и осетров, и икру, и зайчатину, и многие другие ценные продукты. Это благоприятным образом повлияло и на рацион, и на здоровье людей. Теперь они стали получать больше витаминов из пищи, которой была так богата русская земля. Мне кажется, конечно, это нововведение это касалось не потому, что там он поменял законы, а потому что просто жрать нечего было и жрали людей, потому что произошел потоп. Понимаете, да, а когда произошел потоп, то все нахрен смыло. И пошло людоедство просто-напросто, ребята. Поэтому я так думаю, и было введено, а то, что оно было введено недавно, религия, я вам еще в ролике покажу, я вам покажу такие моменты интересные. То есть мы уже начали с вами разбираться по поводу церквей и электростанций. Я в следующем своем ролике покажу вам интересные моменты, где церква стоят без крестов. Просто у них стоит шпиль.
Так, ладно, поехали дальше. Естественно, не все приняли эти нововведения. Старообрядцы, отклонившиеся от официальной церкви, оставались верны старым законам. Они и сейчас не едят рыбу без чешуи и морских обитателей без перьев. Так, мне заинтересовало, короче, чего там на самом... Вот что тут написано. Есть во всех мировых религиях. Отличается такой скрупулезной дотошностью и вниманием к мелочам, как в иудаизме. Все животные и птицы, согласно Торе и основанной на ней системе кашрута, делятся на кошерных, дозволенных евреям в пищу, и некошерных, то есть запрещенных. То же касается и различных водоплавающих тварей. Одних рыб еврею кушать можно, других категорически запрещено. В чем же разница? Понятие о кошерных и некошерных рыбах. В книге Ваикра, часть пятикнижия относительно рыбы, пригодной в пищу, сказано так. Это ешьте из всего, что в воде, все, что имеет плавник и чешую в воде. В морях и в реках тех ешьте, а все, что не имеет плавника и чешуи в морях и в реках, из всех мелких существ водяных, из всякой живой души, что в воде, гнусны они для вас, и гнусны будут они для вас, от их мяса не ешьте, и падали их не гнушайтесь. Все, что не имеет плавника и чешуи в воде, гнусно это для вас. Рыбой в этом тексте именуются не только, собственно, рыбы, но и все прочие обитающие в воде животные. Таким образом, кошерной считается рыба, имеющая чешую и плавники. По этой причине евреям нельзя есть самов, угрей, осетров, акул, а также китов и дельфинов. Строго запрещены мидии, устрицы, креветки, ракальмары и прочие морепродукты. По признаку наличия плавников и чешуи у рыбы кошерной или некошерной становится и икра этих рыб. Черная икра запрещена евреям, а красная разрешена. Да и с чешуей тоже не все так просто. У некоторых рыб, например, у осетровых, чешуя сидит так прочно, чтобы удалить ее, что удалить ее можно только разрезав кожу. Такая рыба тоже считается некошерной. Карп вполне дозволенная кашрутом рыба, но выведенный в результате многовековой селекции голый карп таковым не считается. Чем же можно объяснить эти запреты? Религиозное объяснение. Большинство верующих евреев по вопросам на тему «почему нельзя» голову себе не забивают. Рыба без чешуи и гады морские некошерные, поскольку нарушают законы кашрута, значит нельзя и точка. Однако евреи и народ пытливый и склонны до всего доходить своим умом. Поэтому существуют и другие объяснения. Этическое объяснение. Многие богословы полагают, что Тора запрещает евреям есть всяких гадов, поскольку это не подобает народу, предназначение которого служить Творцу. Употребляя такую омерзительную пищу, человек унижается. Человек унижается. Чешуя и плавники есть то, что определяет рыбу от гадов. Если же рыба без чешуи, например, угорь, чем она от этих самых гадов отличается? Имеется еще одно толкование, также основанное на представлениях об этике. Любые пищевые ограничения подразумевают... Любые пищевые ограничения подразумевают необходимость самодисциплины. Еда, в конце концов, должна поддерживать организм, давать нам силу, а не служить исключительно потворством нашего чревоугодию. Поедание же морских гадов, к которым относятся, как правило, редкие и дорогие породы рыб и разные морские деликатесы, является именно данью чревоугодию. Физиологическое объяснение. Многие талмудисты видят в законах кашрута также заботу о здоровье человека, поскольку некошерные продукты, как правильно, вредны для здоровья. Свинья – это грязное животное, питается нечистотами и может стать источником инфекции. Запрет смешивать молочную и мясную пищу основан на том, что такая еда очень тяжела и не полезна для желудка. Морские гады зачастую ядовиты и так далее.
Гигиеническое объяснение. Еще одно истолкование запретности морских гадов в пищу основано на словах Торы о чистых и нечистых животных. Нечистые есть кошерные, некошерные – нечистые. Что может быть грязнее разных водяных тварей, которые живут в природной части водоема? В тине питаются падалью. Такие ракообразные моллюски, да и рыбы, такие как сом, в этом смысле недалеко от гадов и ушли. Ну и в заключение ролика хочу, значит, вам один интересный рецепт предложить, который я попробовал на Азовском море. Касается это как раз рыбы с чешуей. Рекомендую, ребята, это очень интересно. Вкусный рецепт готовления рыбы. Так, сейчас загрузится. На рыбалке на Азовских лиманах нам довелось попробовать местное ноу-хау под названием жучок. Ребята, это обалденная штука. Причем, что самое интересное, когда эту рыбу жаришь, то самое вкусное в этой рыбе оказывается голова и чешуя. Приготовление. Берется мелкая свежепойманная рыба от 10 до 15 сантиметров длиной. Плотва, красноперка, карасики без чистки и потрошения. Замачиваются в соляном растворе на 20-30 минут, промывается водой. В глубокую сковородку наливается подсолнечное масло, чтобы покрывало всю рыбу. В раскаленное масло опускается заготовка рыбы и жарится на большом огне, как чебуреки. После появления корочки переворачиваем, корочка вытаскиваем. Складываем на тарелку горкой, а потом облизываем пальчики. Это, ребята, я вам рекомендую, попробуйте пожарить. В основном я пробовал жарить тарань. Это обалденная штука. Спасибо за внимание. До свидания. Подписывайтесь на канал.